С начала купального сезона на водоемах страны уже погибли больше 80 человек, 33 из них – дети. К трагедиям на воде, как правило, приводит переоценка собственных сил, оставление детей без присмотра и купание в нетрезвом виде. Число же утонувших с начала года – 159 человек. Причем в львиной доле случаев тонут люди в местах, не приспособленных для купания. Вот и очередной рейд столичных спасателей показал, что желающих освежиться на воздухе не останавливает даже запрещающие знаки. Причем большинство из них дети. Тут купаться нельзя, тут запрещено купаться. Ты вообще без родителей не должен тут находиться. У тебя друзья такие же, как ты, ровесники, да, твои? Нет. И в третьем классе тебе без родителей вообще нельзя. Отмечу, сегодня в стране для купания отведены 607 мест, даже в многомиллионной столице их всего два. Это центральный городской пляж и один частный. При этом, как показывает статистика, зачастую купающиеся находятся в нетрезвом состоянии. Только с 1 мая к административной ответственности привлекли 580 человек. Определено свыше 3000 мест, запрещенных для купания, на которых установлены более 3000 предупреждающих знаков и около 900 наглядных стендов с указанием фактов гибели людей, их причин и обстоятельств.